Авария с маршрутным такси на улице Гагарина, в которой пострадало 12 человек, могла произойти из-за неправильной разметки. Такое мнение высказывают омичи в соцсетях. Напомню, женщина на «Мерседесе» пыталась повернуть с улицы Гагарина и врезалась в микроавтобус. 12 пассажиров пострадали. По мнению некоторых автолюбителей, на этом участке неправильно нанесена разметка. Из-за этого водители не могут заблаговременно перестроиться. В департаменте транспорта нас заверили, участок обследуют, разметку исправят, если она действительно нанесена неправильно. Проверку проведут и в ГИБДД. Мы же проконсультировались по поводу этого спорного участка с директором одной из омских автошкол. Специалист осмотрел эту часть дороги во время часа пик. Нанесено здесь все правильно, но исходя из интересов безопасности дорожного движения, можно было бы прерывистую линию разметки нанести намного раньше, чем она нанесена, для того, чтобы заблаговременно можно было перестроиться на данную полосу для поворота. Заблаговременно бы уже водитель перестроился, уступая маршрутным транспортным средствам, на эту полосу для движения, и легче маневр направо потом было бы совершить, не создавая дополнительных пробок.